Какое перемещение переводит одну половинку в другую? Причины. А, Б, С, Е, Ф. Будьте добры проставить на рисунке, где у нас А-штрих, где В-штрих и так далее. Пожалуйста. То куда должны при нашем повороте перейти эти самые точки. Потому что как только вы это сделаете, так все станет понятнее. Вы поймете, какая точка куда переходит. А-штрих есть. Хорошо. Отлично. Ну а дальше все автоматично. Э-э, вообще-то все. Вообще-то он доказал правильно вот эту точку. Поясню, как же это делается при помощи вот этих идей. Ребята, если у вас есть точка А и точка А-штрих, то центр поворота обязательно лежит на середине перпендикуляра. Если у вас есть точка F и точка F-штрих, то центр поворота лежит на середине перпендикуляра. Ну, в принципе, конечно, можно было взять для точки С, С-штрих, середине перпендикуляра будет такой же. Можно было для D, D-штрих нарисовать в середине и так далее. Но двух прямых уже достаточно, чтобы в пересечении получилась точка. Итак, вот он, центр поворота. Давайте обозначим точку О. Давайте поймем, на какой угол. Скажите, пожалуйста, вот этот угол, это сколько градусов? 45. А если смотреть внимательно? Да. 90, конечно. Когда у вас есть любая клеточка, и у нее есть центр, то вот этот угол, это, конечно, 90 градусов. Отлично. Отлично, мы решили задачу G. Оказывается, это был поворот вот с таким центром.